единственное и самое высокое здание города Рубль. 12-этажный этот вот жилой дом является самым высоким, самым единственным. Неделю, четверг у нас взрыв, то есть 30 города. Ого. Сегодня не четверг? Нет. И вот здесь вот еще один институтский корпус, который стоит уже недостроенный с 90-х годов. И не могут решить, что с ним делать. Сносить, по-моему, его не хотят, жалко. Ну и использовать тоже в таком состоянии тоже запрещают. Стоит это здание. Это все относится к институту. Это молодежный спортивный комплекс. Спортивный стадион. Центральный вход у него. Здесь любые с мячиками стоят. Здесь плохо видно. Вот такой спортивный комплекс. Стадион в городе Рудный. Ну, довольно-таки неплохо. Отлично сделали беговые дорожки, беседки, баскетбольное, футбольное поле, волейбольное. Тоже можно натягивать сетку. Нет, с этой стороны нет этих. Не суть. Да, зеленый. С этой стороны волейбольное. Для пляжного волейбола. Значит, тоже есть искусственный газон, искусственное покрытие. А вот здесь, как мне рассказали, это действующий фонтан. Его, конечно, уже выключили, к зиме подготовили. Но видно, в каком он состоянии. Все уже обваливается. Но он работает. Здесь струи фонтана поднимаются. Летом, конечно, возле него свежо. Здесь даже рассказали, что однажды утонула девочка. Ну, вот такой вот фонтан.